просто разъебываю. У меня поты закончились. Что за жизнь? Опять рестарт. Они заебались за рестартами. Петухи. Есть лока. Дроп маунта, говорит, повысят. Ты че недоволен? У меня есть маунт. Зачем мне еще маунт? Особенно классно гачу пальца бить можно, особенно хантом, когда тебя хватает, блять, можно бить. Не советую, кстати, с инста выбегать, иначе будете в тернистой долине там. Серьезно, это еще один пранк, да, от Сируса? Нет, там это на альянсовской территории просто данж постнего. Ну я же говорил, я же помню, когда мы только ссылка. А, играйте по тактикам, пожалуйста, они тряпок могут вырезать. По 2000 снимают. Так, короче, на прошлом КД мы лан убили, и у нас в одном компе не получилось стоять. И хилы не прохиливали, хотя хилы жесткие были. Ну так у нас тоже в одном компе стоять. Мы ходили, когда, подожди, в среду, в пати 230, у нас дерево раздетое было, блядь. Стояли как попало, что попало, убили с первого трая. Не, ну как попало и надо стоять. Не, я говорю, что бывало, знаешь, по тактике что-то шевелились, а тут вообще как попало. Не, на X2, допустим, меня били, просто все в миле забегали, и чтобы пак не сносить, и стояли, били. У нас так не получилось, она две стрелы по низко кидает, больно. Во-первых, пак стрёмно ложится, он, ну, короче, это... Надо пак шевелиться, дать. Шевельнуться маленько надо, чтобы пак засчитался, что его это, типа, снесли. А во-вторых, какашки очень много ломают. Да-да-да, вот она какахи кидает, они по 10к бьют. И она две штуки сразу кидает. Поэтому на РНЖ, короче, просто станем. Будем сносить все. И на двух этих обычно можно уже геру давать. На двух укусах. Ну, в смысле, когда 4 человека укушены? Или не, когда 2 человека укушены, там уже это... У нас 4, мы уже почти убивали, там процентов 20 оставалось. Так там взлетка вроде идет сразу, нет? Да. Ну, после первой взлетки там как раз. Там главное взлетку пережить, по сути, и все, можно вообще без укуса пить. Вар, кого будешь танчить? Ну, мне на килесете будет больно. 2000, да, бьет? Я бил их, у меня раги не будет. Видимо, эти маги слабее, чем что-то. Шапы сильные, у них там и арморы, и шапы форма еще дэмэдж режет. А что ты очкуешь килисет? А я посмотрел, у меня брони... Раги не будет, то что... А там тебе раги не будет. У меня как кулатника почти брони. Ну, короче, сами танки определитесь, что это. Короче, стой на двоих. Молодец. Там не нужна рога, там ничего. Тебе просто лужу разлить и проще сверками там. Короче, рога, смотри. Сейчас. Вот, звезду поставил.
Первым будет активен Валанар, который посередине. Сейчас я их активирую, рыбку поставлю. Вижу. О, сегодня хант есть. Значит, пусть хант тыкается. Короче, смотри. Я это отправлю. Хватит этого. Да, там три серы одновременно появляются, иногда четыре даже. Короче, смотри, Рога, когда принц Валанар, вот черепок, кастует могучий вихрь, тебе надо отбежать подальше от рейда. Вот. Ну, вообще всем надо разбежаться, рейндж друг между другом набрать. Вот и вся тактика, в принципе. И бьешь того, на ком хп. Когда будешь бить звездочку, бей вообще без клива, бей точечно. А лучше не бей, если не умеешь. Да, если не умеешь, можешь не бить, в принципе, ничего страшного. Лок не бей. Кто там еще у Еми? Джипси не бей. Ну, лок не может бить, но да? без этого. У Джипси АОЕ нету вообще. Ну вот это Т4 нет. Джипси Т4 не разряжает. Я в Т10 хожу. А, ну все. Все, можно тогда. Ну, лок без поджигания будет бить. Вот, сверки, хант. А, походу, кто еще? А, давайте хант и Элим побьет. Элим очень хорошо их поднимает. Ну, я буду помогать, если будет критичная ситуация. На пул из пролома? Да, на пуль Талдорама на меня, и все. Талдорама — это правый, вот правого напулишь. Иди гуляй, пизду, долго стоим. Давай. Хан, говорит, один побьет, смотрите. И все, пульнули. Сейчас почти сразу каст будет, могучий вихрь. Своих двоих отведи там немножко с келем. Принижу, чтобы стоит. И все, я сам. Вот. Вихрь мелик. Рога. Все, можно возвращаться. Не надо так далеко. Там сфера появилась справа. Так что тут вар только автоатака бить надо и все. Талдорам. Слушай, тут прикольно можно щупальцу крысануть в Долоране у челиков. Три сферы появилось, я помогаю вам. А, вихарки на земле, к ним желательно не подходите. Раскидывать будет. По Келесету точно играйте. Пружинка бомбы. Хан, ты чё, Пет не может поднимать бомбы? У Ханта Пет не бежит за ними, только если оса. Валанар через 3 секунды активируется. Рейнджу между друг другом. Моя чаша полна, и прольется кровь. И прольется кровь. Насладитесь, моя чаша полна. Каст, потом сразу смена цели. Слева сверка падает.
на группу. Вот. Ну, рольте. О, нахыпало, ебану кольцо. Так, кольцо кастера, по-моему, очень сильно нужно. Да, пускай кастер изменит. Ну, я рольну, вдруг не будет. Правильно. Колечко, колечко. Шаман забрал. ГЦ. Печально. Ну ладно. Кук, да? Да. Ну, оно почти такое же, как с этого. С магика удаловы. Там очень маленькая. Сейчас толгорота и пепельная вообще. Ну, оно лучше, потому что 6 item level больше. А так там очень маленькая разница. Сталгорода лучше, чем проб. Я себе не могу позволить Сталгорода. 85, а на этом 8. Ну да, чуть-чуть оно. 59. Слушай, оно может и не лучше даже. Четыре. Ты с чем сравниваешь его? Я со своим колечком с магика. Короче, ну, оно только 2 стата, но оно хосты меньше, я, наверное, даже не делал. Да, ну крита больше, хосты меньше, СПД больше. Но оно хуже моего. Ну, на ШП. Это кому? А. Ну, там хосты сильно меньше, а... Нет, ШП вообще вот можно 2 проковых кольца и не ебаться. Ну, два проковых, либо, короче, из принцов есть 25-ки, либо с этого, с кораблей 25-ки. Нет, два проковых это стрёмно, потому что там меткость, и меткости и так избыток. Сильные шмотки с меткостью, блядь. Другую шмотку берешь просто без меткости. Другую, ты найди но другую спектакль. Там сложно, ШП мало меткости надо, тебе надо, знаешь, запы, пояс, сапоги без меткости выбивать. Это тяжело очень. Так, а запы только с РС. Без меткости. Ну да, кстати. Жди, РС. Ну, либо с крафтовым меганей. Ну, превратимся в бабу. Это у меня и так они есть. Как эти сферки пить, я что-то... А, я и выпил. Кликаешь и пьешь. Я думал, она просто должна исчезнуть, типа разбиться там, что-то такое. Три заряда. Она попала мне сразу. Я только больно чувствую. Потому что далеко. Подожди. А, короче, вар, надо рядом бить, да? Чё тут? Вар. Ну, если бы вот здесь вот где-то тотемы стоят на подъеме стояли, то скорее всего не пропало. Я просто шанс сделаю дальше. Вар, чё ты тут шаришь? Чего? Чё ты тут шаришь на этом боссе? Ты как? Ты вопрос кому говоришь? Максимально стоит. Ты кому говоришь? Вару там. Что? Что? О чём ну, шаришь? Как танчишь? Первый, второй, третий там, не знаю. Так расскажут, так и там что-то обычно. В смысле, вы просто вдвоем бежите? Ну, короче, тогда на пул и на вара, и все. Угу. Так, дайте ману, дайте поригидить. Смотрите, рога и вообще всех это касается. Две вещи надо запомнить. Две механики у босса только есть. Сейчас я вам линкану косты. Я отойду на минутку. Хорошо. Смотрите, пакт омраченных, роящиеся тени. Пакт — это вас красной цепью связывает с другим игроком. Вам нужно максимально быстро соединиться, ну, получается, подойти друг к другу. Порт лучше поставь на край куда-нибудь, чтобы тени выносить. А, вот. И второе — это роящиеся тени. Если на вас скинулись тени, Рога, ты можешь кошем скинуть моментально. Там они висят секунды две, тебе за 2 секунды надо успеть. Если кош в КД, либо не успел, тебе надо выбежать из рейда. Выбегаешь из рейда и, как на Джараксусе, знаешь, вы
ВК на Джараксе, лужа под тобой льется. Вот. Механика точно такая же. Просто вот так вот по краешку, вот так разливаешь, пока не закончится. Главное не останавливаться. Я понял. Хорошо. Попробуем. Все, в принципе. И когда говорю рейндж друг между другом набрать, ты тоже берешь и рейндж набираешь друг между другом. Давайте чек, ребят. Босс бьется меньше, чем 6 минут. Клод менять будешь, нет? Да, поменяю. Тут же, по-моему, тотем не работает, да? Она же ужас кидает, а не страх. Работает. У меня, короче, команда рейндж здесь вообще. Антифир работает, все работает. Рейндж 6, ребят. А, стойте. А, все, квар здесь. Ну, ладно, вперед танков не беги, Рога. Ой, танки агро. Агро, ну танки, все нормально. Два танка должно быть. Готовьтесь, да. Сейчас сбежаться надо будет. Диксиона. А, нет. Не должно быть. Ага, все, молодцы. Ну, куст второго идет. Диксиона укушен. РДДшника укусишь? Магу тени, готовьтесь. Чупа, кош. Все, в следующий раз на спринтах прям выбежишь. Угу. По центру там другие, ты... Сейчас флагом будет. Стоите, по-моему. Отойдите, штука. Диксиона, джипси. Бурсты когда жмем? В любой момент можно жать. Элем и джипси помогайте под хилом, цепухами и щитками. Потому что тяжело хилам сейчас. На взлетке шаве нажмем. Можно будет и шаве, и сакру даже нажать. Нет, там. Одна взлетка будет. 5 секунд, факт. Факт. Тени 3. Шаман Нереса. Все-таки хилы в серединку, сбегитесь. Так, факт, 3 секунды, 2. Шаман умер. Я говорю, подхиливайте, тут по-другому не получится. Нажми мазбаф шака. Главное тень, чтобы была и стамина. Тень сейчас. Рога. Чупа, выноси. Отдал шивы. Свои девки тоже жмите. Я там спрыгнул, кого застал. Я буду шп кусать. Хорошо. Че, может, Геро? Че, ну, блин, там лапочки так полетел. Ну, джипси там вообще через 15 секунд. 15 секунд укуса. Давай гейм на ману, джипси. Дал гейм. Я же рядом стою. А че у тебя Геро-то? Давай на хп гейм. Нормально, укусил Геро. Нажми Геро. ШП, нажми гейм на хп, пожалуйста. У нас рейс сел. Все, можешь отжимать. Густим босса. Пару 2 секунды. Не резать, Чупа, выбеги. Не, сбежаться надо. Все. Молодцы, не резать, выноси метку. За 40 секунд убить. Убьем. Потому что у нас людей не хватит на укус. Хватит людей, но убьем мы. 6 человек не убьем. Подряд кусаем и все. Да не придется кусать. У нас только 4 укуша? Факт, секунда. Факт, да, 4. Джипси, Чупа. Чупа, сбежаться надо вместе. Чупа, стой! Понял. Нахуй выпало, не хилите, мне интересно. Хилы, бля, я хуй знаю. Слепые или что? Они были заняты про хилом рейда, потому что пак был. Да. Блять, говно. Дай скрин офиса. Ну друид 11 вообще хорош. А у шамана 4-4 нету, да, я так понял?
Так, я выход из мира сделал, разролим после ребута, я курить пошел. Скрин сделал, он не забыл? Да, сделал. О, кисти прикольные, меткая скорость. Кому-нибудь нужны эти ноги? Заебали тебе будет убить. Там ебашишь тарелку метр на метр, ну понял, шашлыков, горячего, блядь. И потом это возвращают и просто выкидывают в мусорку. И такое чувство, вот я тебе говорю, пару раз просто рука дергалась, нахуй, взять нож и... А тебе пойти. Я не пофигу, ты повар, да? Да. У меня тоже повар, стаж 10 лет, блядь. Я тебя понимаю, блядь. Ты в курсе, что... Было время, когда дефицит продуктов искусственно создавали, и там куча... Как сейчас? Сейчас бабки создают. Ну вот, например, в Германии сейчас создают, где-то в Европе еще там в каких-то странах. Искусственный дефицит — это когда выкидываются продукты, просто они тухнут, лежат на улице. В России всю дорогу такое? Что, у нас хилы здесь, танки здесь? Погнали. Пол тайги завалено нахер, всем вообще, чем можно. Размораживай, жуй, да? Угу. Не, я серьезно говорю. Чтобы башка заболела, просто же. Сделаешь, типа, на покой. На покой сделаешь, мы тебе пизда, нахуй. Штраф и уволим, блядь. Ну, как бы там очень... Сколько лет? Блядь. Сколько лет работаешь? Поваром? Ну. Блядь, ну, 7, наверное. Нихуя. Не заебался? Джипсик где там? Ивент проебет. Ну, до этого я захожу уже. На фасад. Все, пуляем, поехали. А, что-то меня откатило, клани. Не беги. Разве не охотница? Шматки, ребят, раздал. А что нам опыт дали, а не репу? Репу не за всех дают. Ой, я мало. Да, он пробав. Он пробав говорит, потому что это запланировано. Если бы просто дисконнектнул без предупреждения, то дали бы репутацию. А когда с анонсом дают такую хуйню. Так ладно, я череп ставить. Вот. Череп развернуть надо и играть по нему. Так, перчатки никому, да, не нужно? Я бы ноги забрал, если. Я бы взял перчатки. Это пал. Остался у кого-то хил, Слан? Так, не кидай там, но перед боссом отдам. А можешь посмотреть, сколько волн из селения шаман дает? Или там один цепучий? Сколько чего? Волн исцеления. На боссе? Ну да, на лане. Семь. Сейчас тоже, походу, цепуха вместо волны была, да? Короче, другой трейд хилит. Шаман хилит. Моя вальбу. Умеешь летать там, собирать шаман? Ну все. На синдру потом добирать придется хила. Друид уходит. Он говорил, что у него 2,5 часа. Должно было хватить без дисконнектов. Так мы 20 минут тут просидели, 30 минут тут просидели, да. Добра. Бабочки, да? Дай мне обычки. На синдру надо, с неё кинжальчик. Эх. Вот все бабочки, кроме дерева. Дерево пол. Бабочки вперед!
Отойдите от него. Ложный выпад на эту хуйню, чё-то. Да, пока Дэна прожимается. Я шмотик, блядь. Это мой спин, который забивает её. Чё, ачивки откатило, что ли? Не, ему уходить надо. Я так понял из-за этого. Эти сейчас ачивки никуда не нужны. Так, вы выйдите, ребят, вы и снизу можете идти. Череп убить. Что как звучит ачивки от этого? С такими ребутерами скоро на сервисе будет людей детей откатывать. Не только. Так вот. Шмот откатывает. Репу откатывает. Детей будет откатывать. Ну как обратно в монку залазить? Как-то в России всегда так будет. Только вылез, посмотрел где-то. Да ну на. Что-то пошло не так, да? Мама, роди меня обратно. Я родился, у меня там уже 30 лет. Путь президент до сих пор. Бой-бой. Дайте нас бах, пожалуйста, и каску повару. Пошлите взлетать. А почему? Следующий Мазбаф только за джипса будет. Мазбаф. Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпион. Надо тот трэш бить, она пока не зимая. А потом мы покончим с ней. Соединитесь ко мне в этом упоении смертью. Копье кто взял, киньте. Все, можно играть. Посмотри, кто есть. Ну кто там взял кидать? Сейчас оно там берется с кастом, потом кидается с кастом еще. Не, там берется мгновенно кидается. Не-не-не, с кастом берется. Я первое брал. А, серьезно? Я просто в тот раз тоже брал, в прошлом рейде. Там каст быстрый. Или у меня хосты много. С кастом берется. Что у нас в исполнении никто не кидает, кроме меня? Сколько репы дали на нее, кстати? У кого не докачано? 495. Нормально. На том, когда 500 вам давали. Да я помню, что супер до хера за нее дают. Ну, так, короче, друг на рейде. Ой, да, шаман на боссе. Рога, смотри, чумные зомби будут выходить, их ты не бьешь. Всех остальных мобов напуливаешь, бьешь. Вот. Пролома напуливаешь? Да. Пал, наверное, в ретрике будет. Или... Да как ну, можешь не спекаться, вообще пофиг. У меня просто третий спек кристалл. Давайте чек, погнали. Нажми лапку. Бери слева, Пал, вдоль. Ханк, ты здесь? Здесь ХП лучше, чем АП. Да, АП, наверное, лучше. Все, погнали, без команды, глупо, блядь. Ты лут поменяй, не забудь. Подавители убивай. Да, вот подавители выходят, которые к боссу бегут. Вон они, упыри, короче. И их надо в первую очередь бить.
От чумного зомби отбежите. Прям собирайте. Ну, валдырный зомби точно. Этот джипси давай, это диспель, короче. Вот эту хуету, когда перед мордой... У вас там подавитель бьет тупо эту хрень. Почему? Рога, подавитель и бей. А, подавитель. Они все. Я понял. Сори. Ну только рога, все должны бить. Да, все должны бить. Да, я прозевал, я думал справа только. Как раз в сторону вышли. Дороги хватит. Подавители вышли. Ну смотри, джип сейчас кинется, красная вот эта болезнь. Навали. Вон диспелил. Разгром вышел, да, сыграем по нему. Как только Геру увидишь, ХП, нажми гимн на ХП. Только... На Вальку баф повешится. Только Вальку еще мышкой тыкни, чтобы ты ее в цель выбрал. И потом только нажимай гид. Подавители. Короче, выходит большой и сразу подавители выходят. На 90% истерию можно по Вальке дать. Ага. А шаман-то не знает, что надо в порталы заходить далее. Шаман видит, что их пока не было. Да, по-моему, три прошло. Ну, вот я стоял, рядом со мной были порталы. Так, а мы что, без хилов остались? Ну они сейчас вдвоем зашли, да. Джипси, щитуй, ЛМ, хиль. Я по хилю. Хиль тебе, щитуй. Мне гимн отдать? Нет, не гимн, а хилить. Флешкой связующим. Щитки кидают. Они вышли, все нормально. То они вдвоем зашли. Вы щитов клинулки. Смотрите, у вас должны быть фреймы рейда. Если вы не помогаете, подавители. Два слева, два справа. Друг, не стоит в портал заходить, мы без хилов остаемся. Ну вот, сейчас вар сдохнет, нахуй. Вы поменялись, да? Все, шаман дроид хилит. Ага, все. Ну вот шаман без стаков. Шаман, ты где син? Друид написал ему без этого, ну, хилить все рейд. Ну, ну ладно, поменялись, пофиг. Ну да, пацаны, первый раз просто. Вы спросили. Да по сути, хоть шипы пускай лутают стаки. Хилится и хилится. Справа огненный. Чертеры, надо убить сначала. Тут скрылся половина. У друида есть стаки. Все, шаман, не заходи в порталы. Хили просто рейд. Друид пусть этот с в порталы летает. Я один раз видел, хант летал по порталам. Шотл мог. Ну там дома капаются. Огненный справа. Свечнитесь. Пока путь жив, подавление, подавление, ребят, подавление. Все, теперь огненного. Я открыла портал в изумрудный сон.
Еще один портал зайдешь, потом Геро. Не знаю, действительно, по-моему, не профитная хрена. Без таланта. Покровы мапы. Жизнь свет, покров. Уходки и покров, спам. Не знаю, друид, если ты знаешь. Я так хилил покровы. Подавители сейчас будут. Скоро будет. Давай, да Геру. Давай Геру, гимн на ХП. Она откатит по-любому. Подавители сыграйте. Они режут хил. Келета убейте, потом пуджа. Кто может хилить, помогать хилить босса. А, ты в портал, да, зашел? Ну ладно, сейчас он выйдет и похилит. Большой вышел, большого не бейте, ждите подавления. Давление и черепа убивайте. И все. Крит-меткость. На успех рольте. Все, мы на мейн. Вадим, а ты штаны отдашь или ты отдал уже? Штаны? Нет, не отдал, сейчас отдам. Mm-hmm. Ты где? Кинь мне этот обмен. Ну давай, закидывай. Возьми. Вдруг пригодится. Спасибо. Ох, сегодня ебальники буду бить. Я пока не могу прочитать это заклинание. Только не заходите, не активируйте, сейчас все спустится. Давайте вокруг обойдем. Так намного проще бить. Надо тело где-то поискать. Может, за и выйдем наверх или что? Оно не выйдет вроде. Насчет через вокруг. Этого, через это? Через дракона. Ай, ладно, давайте просто побьем. А вокруг оббегать это суеверие какое-то? Вокруг оббегайте, вот как все побежали, через центр не бегите. Типа что, за угол заводить? Не-не-не, мы просто активируем, и трэш сам на нас будет идти. Он ну, в центре я говорю, будет за угол заводить. Ну, сюда за угол ставить. Ну, даже можно не за угол. Роги сказали, через центр не бегите, блядь. Ладно, и Рога будет. Бежит. Нажми спринт, беги к нам. Нажми спринт, уже беги. Смотри, полукруг, да? Она не активируется без приста. А нет, активируется. Нахуя мы пошли? У нас один хил сейчас. Да справимся вроде одного. Выйдут в рейкулы здоровые гуманоиды. Они будут бэшак оставать. Да, и раньше у них большой. Лови, лови, Дэш. Подходит, лови. Поставь либо фрилут, либо груплут. Поставьте, потому что их это, попадать будут. Блин, взял блок. Короче, ладно, бейте, я поспаумлю. Когда в райкулы выйдут, ты их этот заранее ловить чуть-чуть, чтобы сюда не забегали в комнату. Там стопните дамаг, покурите, пускай танк будет. Локи там. Чего вы туда ушли? Ты весело по самому просто. Команда. Которые мы заслужили. Весело. Живите, пейте, пока есть возможность.
Ну, в одной пачке их ловить очень неблагоразумно, блядь. Рога, аккуратно с ними. Парочку заберу с тебя. Как крутиться начнут, Рога, просто выбеги. Ну, же в ДД почти все. Рога может просто покурить, да, помог. Есть идеи, кто пойдет к вам в рейд? Ну, я спамлю пока что. Друлича? Это будет не так просто собрать. Ну, кстати, через полчаса тоже уходите. Мы тоже добирали и спокойно добрали. Заберу. Да тут у людей твинков много, кто-нибудь без проблем может пожертвовать. А ты перчатки сланы латные отдал на лист, да? Нет, я еще никому не отдал. Кому нужны они? Лара. Угу, сейчас скину. Я просто не шарю, что нам с этим вообще на лару берут. То, что не дает РПБ фокусов, вот и берут. Голову, главное, надо с этого брать. Остальное, что нравится тебе. Не знаю, что в идеале идет, а так вообще, что лучше, то и надевай. А где-то есть латные с РПБ, я только кожу видел, и все. Ну, я видел, что в коже иногда с РПБ и ходит. А вчера Вара видал 260-го, он почти весь кожаный. Я не знаю, зачем в игру добавили эти латы дурацкие. Все все равно Вары хотят кожу. Ребят, туалет быстренько сбегает. Кто умеет собирать? Забрать. А, уже собирать. На пул обязательно надо будет дать. А можно я пойду нахер обоссусь? Что-то, блядь, вы как-то меня пугаете. Ну, сейчас мы вот этих драконов давай убьем. Да я уже обоссался, можно не ходить. Пули 37 тысяч ДПСа. 40. 44. Я только один раз могу забой дать. Ты нет. Блин, маг обогнал. А все. Уже не обогнал. Сорвались они на меня. Все, я сейчас прожмусь, я буду жить. Я буду жить и давать ДПС. Надо быстрее добивать, что-то они у нас не падают. Дайте что-нибудь. Жить хочу. Да, а их можно резнуть как-то из-за ивэйдича? Смотрите, репа как-то... Еще раз попробую. Так ты короля лича попроси, он тебе завеснет. Скажи ему, ну Артес, ну чё ты там, не будет лохом? Дай нам это, Маркнович. Ну у нас тогда не резнул на лича. Дай репы. А он на Сирусе не резает нихера? Не, у нас, короче, ГМ прилетал убивает. Кого не резать, не понял. Ну личак, когда перевел, короче, уебал нас и не резал. А, да? Он у нас резнул. Тут фрост резис надо делать, нет, но там. Ну если не соло танчи, что. Не, одень лучше, да. Ну, а на сроки не так сильно пошумает.
Ну, главное, вообще... чтобы ты агро держал. Если агро держишь, то значит одевай, и будет меньше урона входить, будет проще тебя хилить. Силам будет проще, значит они нас будут больше хилить. Оставьте шкаф, я сейчас куплю пару вещей. А, если у тебя нету, то пофиг. Ну, у тебя с собой. Ну, я просто не танчил здесь сегодня, не знаю, как оно бьет дыхание. Это сегодня надо до гильдии сходить, короче. Ты вообще знаешь синдром? Ну так, да, знаю. Ну ты ловить, ставить ее нормально. Не за танка только, знаю. Так, да я поставлю. Так, ребята, раз такая пьянка пошла, вар полетел, я пойду прикотом, а вы вылегу, все равно еще. Да я не полетел здесь. Да, кому этот, у кого...